Всем привет из солнечного Сочи. 21 февраля. Новогинская. Плюс где-то 10, плюс 12. Идем к морскому порту. Сегодня хоть погода чуть получше, чем вчера. Вчера пасмурно было, а сегодня ясно. В Адлере вообще там солнце. Время у нас... Ой, тренировку думал включать уже. Час 20. Играют. Сегодня среда у нас, будний день, люди, наверное, уже чувствуют, что скоро весна, и поэтому гуляют все, уже надоело сидеть дома, холода эти зимние. Холода зимние всем надоели уже. Не, ну, конечно, здесь не такая зима, как во многих городах России, где сейчас минус там 10, минус 15, минус 20 и выше. А здесь плюс 10 зимой сейчас. Ну, вообще в этом году как-то погода такая, ну вот именно зима это, что здесь, что в Крыму, такая она какая-то непонятная, дожди часто, холоднее даже, прям недели две было, до, там 10, 8, 5. Раньше было теплей намного. Раньше зимой была в основном температура всю зиму, там плюс 12, плюс 10, плюс 15. Там было редко когда такие дни, что именно. Плюс 5, плюс 8. А эта зима прям вообще холодная для Сочи, для Крыма. Что-то он копают, подкапывают, пересаживают. Так что как-то так. К
Как-то так. Так, вчера я в магазины не зашел, может, сегодня зайду. Планирую. Вон сколько цветов насадили люди. Так, сейчас пройдем до конца и там свернем направо. Кто-то с чемоданом в кафе идет. Либо приехал только отдыхать, либо уезжает уже. Есть. Когда я неделю где-то назад видел, люди прям с чемоданами на пляже. Либо только приехали и сразу идут на море. Целый год не видеть моря, а может некоторые больше. Вот. И либо уезжали и решили, выселились, а поезд или самолет вечером, и они решили прогуляться где-то там, посидеть на море с чемоданами. Есть такие отели, которые не оставляют вещи. Негде просто оставить свои вещи в отеле. Ну, там или все номера заняты, или нету такого места, чтобы можно было оставить свои чемоданы. И поэтому людям приходится выселяться и с чемоданами идти гулять. Так, а вот мы уже и дошли до самого конца или начала. С этой стороны начало Новогинской, с той стороны конец. Сейчас зайдем в пару магазинов, потом уже пойдем на набережную. Да, погодка сегодня отличная. Таких зверюшек поставили напротив ЖД в Адлере. Так, фонтан не работает. Так, а вот мы уже с той стороны уже пришли к морскому порту. Сейчас посмотрим, что тут происходит. Чайки разлетались. Разворот, яхта, поворот, разворот, поворот. Сколько чаек тут. Она паркуется. Парковка. Так, ладно, пошли.
Хоть и солнечно, но, блин, прохладно. Градусов 10 где-то. Градусов 10. Ветер. Сегодня ветрено. Надо одевать шапочку. Хоть и солнце, но ветер прохладный такой. Вот такая красота сегодня здесь. В морском порту краски такие, небо, рыбаков полно, пытаются что-то наловить, словить, подловить. Так, сейчас пойдем попьем кофейка для начала, посмотрим, где нам выпить кофейка. Ох, тут сколько он их. Ловят. Сегодня прям их тут один на одном. Вчера не столько было. А ну вчера и после дождя. Пасмурно было, сегодня солнечно. Чё сидеть это дома. Удилища такие длинные у всех. Причем есть прям вообще, я не знаю, сколько метров. Рыбешку. Так, где-то тут сейчас зайду в магазин на минуточку. Так, ну что, идем дальше гулять. Так, здесь посидеть или нет? Нет. Пойдем. Возьмем кофе на набережной. Солнечно, но ветрено. А вчера наоборот, ветра не было, но пасмурно было. Сколько тут рыбаков собралось. Сейчас развернемся, посмотрим в другую сторону.
красота. Вид такой. Пошли на набережную пить кофе. На яхте покататься, молодой человек. Спасибо. На яхте прям все предлагают покататься. На яхте. Так я и ни разу на яхте и не покатался. Ладно, что там яхта? На яхте. Как-нибудь в другой раз прокатимся. Вот такая сегодня погода здесь. На море. Пошли пить кофе. Ну, а днем музыкант другой. Кофеёк. Красота. Так, что, пойдем, пройдемся. По набережной. Людей сколько отдыхает. Солнышко, супер. О, мужчина, он кайфует. А тут ветра практически нету. Нету даже, да. Это там возле морского порта что-то там задувало. А здесь тихо, спокойно. Собака балдеет. Диджей вышел с
сегодня. О, мужик пошел купаться. Нырнул он. Кайф. Вот такая сегодня атмосфера на набережной Сочи 21 февраля. Какой-то бар стоит. На пляже бар. Зимний бар. На пляже. Купание запрещено. Что-то там. Красота, погода вообще шик. Сегодня люди выпали на креслах, балдеют. Попьет наш стаканчик с кофе. Собака балдеет, лежит. Красят
готовятся. Тут он люди. Ох, водичка какая чистая, прозрачная. Ну, чистяк. Прозрачная вообще, как стекло. Сейчас пойдем поднимемся наверх на смотровую. Фудкорт палуба. Ой, тут собака балдеет. Все балдеют, собаки. Сегодня на солнце выпали. Разворот, поворот. И он встал. Сейчас поднимемся на самый верх, на 5-й этаж. Барабуля. Есть песня классная про барабулю. Не помню, кто ее поет. Что-то там барабуля заплывает. Никого. Так-с. Мы уже на 2-м этаже. Даже стало жарковатенько. Жарковатенько, однако. Оно не поймешь, что холодно, то жарко. Вот мы и поднялись наверх. Вот такие виды отсюда.
Сел Марин, ресторан Терраса. Сейчас спустимся, выкинем кофе. А сюда тоже можно спуститься вот по ступеням. Ну да, можно сейчас спуститься и здесь. Минуточку. Все. Так, ну чё, пошли спускаться на набережную. Сейчас пройдемся по набережной в обратную сторону и пойдем обедать. Тут куда-то вон туда идут. Там где-то спуск есть еще один. А можно здесь спуститься. Да, там крутят, вертят в разные стороны. Чайки летают. Так, сколько там у нас время, интересно? О, уже 3 часа. Все, сейчас идем обедать и потом едем домой. Нам надо еще успеть съездить на велосипеде на Имеретинскую набережную. Никого здесь. Пустое заведение, непонятно. Собака обалдеет. А что еще делать? Как не балдеть? На яхте, кто хочет прокатиться на яхте.
хочет прокатиться на яхте. Недорого, бюджетно. Скидочки предоставляем. Ice, ice, baby. Тут собак, он тоже балдеет. Погодка такая. Балдеть. Так, пойдем сюда ближе, а тут ветер, да. Сейчас в обратную сторону идешь, ветрено. Так надо одеть. Шапочку одеть надо бы. Минуточку. Секундочку. Эй, Собакин. О. В шапке будет теплей. Все, пошли. Так, сегодня уже 21-е, через 2 дня 23-е. Праздник. Да, людей для буднего дня, людей так прилично. Скейте гоняют. А я не знаю, в каком году. До диджея доходим. Диджей сет. Сейчас сюда пойдем. Что там волейболисты не играют сегодня? Нет, не видно. Они играют вон на той стороне, там дальше. Ну ладно, мы туда идти не будем, уже пойдем кафе обедать.
А то так и не успею поехать на Эмеретинскую по-светлому поснимать. Пахнет всякими этими булочками. Мужчина на обычном велосипеде. Считай, сколько лет ему. Как там они, аист, чи как он там, чи не аист, как он там называется, старый-старый, еще, наверное, советских времен, ну, то есть там ему лет и лет. Поехал домой, поездил по набережной и поехал домой. Может, ловил рыбу. Сейчас еще мест нету. Ждать. Вчера, кстати, тоже пришел и ждал минут 10, пока освободится столик. А сейчас же плюс на праздники приехали. Может, люди с разных городов на дня 3-4 там. Плюс же вот этот будет, как он там, фестиваль, не фестиваль, с 1 марта по 7 тоже люди едут. Так, сколько время у нас? 3:05. Пошли смотреть, что там места есть, нету. На катке никого.